180 людей с инвалидностью освоят цифровые профессии. В Астане стартовал обучающий лагерь для особенной молодежи в рамках благотворительного проекта «Орлетек 3.0». Участникам предлагается обучение по трем IT-направлениям, не только на казахском и русском, но и на языке жестов. После этого им помогут с поиском работы, расскажут, как составлять резюме и готовиться к собеседованиям. Вернувшись из лагеря в свои города и села, молодые люди начнут онлайн-обучение, которое продлится до ноября. Всего для участия в проекте поступило более 1500 заявок со всех уголков страны. Стоимость данного проекта составляет более 90 миллионов тенге. И за эти деньги, это уже третья серия, в течение 3 месяцев будут обучаться порядка 180 людей с особыми потребностями. Будут обучаться IT-специальностям, soft skills. Я занимаюсь спортом и параллельно решила освоить сферу IT. Надеюсь стать хорошим специалистом. Я выбрала для себя направление искусственный интеллект. С нетерпением жду начала онлайн-занятий.